Всем привет, ребятки, с вами я, Арина, и вы смотрите мой канал «Бумажные сюрпризы» от Арина Слаймс. И в этом видео я решила бумажные сюрпризики положить вот такой вот контейнер, который я сделала сама. И вы также ответите с ракурса. Давайте пока что вот так будет. Я еще сделала новенькую коллекцию на обычной бумаге, да, потом будет на клеточной две коллекции. Это Моланг. По просьбам одной из моих подписчиц, вот тут вот будет ее комментарий. Также, если же вы тоже хотите попасть в мое видео, чтобы был ваш комментарий, то напишите в комментариях какую-нибудь идейку для моей коллекции, или же для моего видео, и я оставлю тут ваш комментарий. Первая коллекция — это 9 мая. Давайте выберем вот такой вот пакетик, где 75 победы. Следующая коллекция — это коронавирус, корона тайм. Вот такие вот тут пакетики. Давайте выберем вот такой вот простой. Следующая коллекция — это причесочки, два пакетика. Давайте выберем вот такой вот. Этот оставим на потом. Следующая коллекция — акулы языки. Кстати, в следующем видео мы с вами закончим коллекцию 9 мая и коллекцию прически. Так, акула языки. Вот такой вот пакетик. И еще видео, возможно, будут выходить каждый день, смотря на ваш актив. Будет отличный актив, будут выходить каждый день. Следующая коллекция. Ой. Куда они тут упали? Это три маркера челлендж. Давайте выберем вот такой вот пакетик. Эти пакетики оставим на потом. Следующая коллекция — это бальзамчики для губ. Ой. Вот такие вот тут 4 пакетика. Давайте выберем такой с губками. Тут чуть-чуть что-то скотчик отклеился. Окей, я потом все починю. Юбокс, 3 пакетика. Давайте вот такой возьмем. Вопрос-ответ. Коллекция по просьбе моей подписчицы Виктории Слаймс. Это прошлая новиночка. Вот такие вот тут пакетики. Тут осталось где-то 10 пакетиков, кажется. Давайте выберем вот такой вот пакетик с вопросиком. Эти оставим на потом. Вот такой вот пусть будет. Следующая коллекция — это Моланг, новиночка. Такие яркие пакетики. Также еще напишите в комментариях, хотите ли вы, например, вот такие вот неоновые пакетики. Если же да, то я их буду делать побольше. Я еще тут также сделаю оттеночки, как обычно. Вот. Этот мне пакетик, не знаю, мне очень нравится, потому что с закрытыми глазами. Но думаю, вам понравится. Вот еще такой тоже с закрытыми. Вот этот самый красивый и вот этот. Я возьму вот такой вот пакетик с Молангом, где тут клубничка около него лежит. И он есть какие-то такие вкусняшки на палочке. Вот мой лист коллекционера. Но вначале, как всегда, приветики. Вот тут у меня страничка с приветиками. Маша Зум, привет! Канал Бумажек, привет! И Бумажный Селим, привет, или же Салим. Простите, если же я неправильно произнесла название вашего канала. Исправьте меня, пожалуйста, в комментариях, и в следующем видео я произнесу правильно. А вот лист коллекционера вы уже увидели. Это мне коллекция очень сильно нравится, причесочки. Столько сюрпризиков сегодня на распаковочке. Тут, кстати, 9 пакетиков, кажется, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, 9 пакетиков. Возьмем причесочки, а потом я отвечу на ваш вопросик. Вот. Причесочки. И также еще как сделать вот такой вот пакетик. Я снимала видео, как упаковать пакетики. Где-то там, кажется, было 5 способов. Так что обязательно переходите
и смотрите, кто еще не видел такое видео. Ссылочка, как всегда, будет в описании под этим видео. И тут нам с вами попадается вот такая вот прикольная причесочка. Голубого цвета, голубо-белая. Также такой бантик беленького цвета. Похоже, эта прическа на эту. Ну, то я обводила фломастером, а эти я вообще не обводила. Ни фломастером, ничем, а просто карандаши. Это мне не очень нравится. Это, кажется, в виде скайпа, кажется. Наверное. Это наклеечка. Под номером... Непонятно под каким. Но по логике под номером 3, конечно же. Но что по номерам 2 будет какая-то маленькая причесочка наподобие такой. И давайте следующий пакетик. Вопрос-ответ. Какой же сегодня вопросик? Не хочет вопросик показываться. Вот такой вот тут вопросик. И распаковывала ли ты бумажные сюрпризы не на видео? Нет, я бумажные сюрпризики распаковываю только на видео. Так как зачем их делать для себя и распаковывать такую красоту? Мне кажется, лучше пусть вы посмотрите мои подписчики, и вам будет чем занять свое время. И повеселиться вместе со мной. И посмотреть на такие прикольные сюрпризики и пакетики также. Следующая коллекция, это 9 мая, День Победы. Вот такой вот пакетик. Можно вот так вот открыть. И нам тут с вами попадается деталька. Да ее аккуратненько отклеить. Вот. То она чуть-чуть приклеилась. От здания нужно приклеить вот сюда вот. Клеем. Ровненько. Все готово. Нам тут с вами осталось только одну частичку найти. И мы с вами закончим эту коллекцию. Следующая коллекция — это акулы-языки. Вот такие вот тут акулки 3 есть. Вот это самое прикольное. Находим пакетик. Вот он, пакетик с перфорацией. Также я поняла, как лучше делать перфорации. Потом так попробую сделать. И нам тут с вами попадается вот такая вот акула, которая смеется. Очень прикольная, смешная акула. И она под номером 3. Это тоже наклеечка, как обычно. Надо аккуратненько отклеить. Вот. И приклеить вот сюда. Уже тут есть 3 акулы на этой страничке. А на этой только одна. Наверное, ее все боятся и не хотят попадаться сюда акулки. Хотя, может быть, эта акула и должна была быть тут. Следующая коллекция — это коронавирус. Я тут не подписала. Она вот такой вот пакетик с масочкой. И летают вирусы. И нам попадается вот такой вот котик, у которого значок «нет вирусов», ну то, что уже нет, так вот тоже в маске. Под номером. Сейчас мы отклеим, и там будет написано, под каким номером. Аккуратненько отклеить. И под номером 5. Вот такой котик. Вот сюда приклеить надо. И тут у нас с вами есть такой котик. Дезинфекция написано. Он все дезинфицирует. И тут тоже 2 сюрпризика, кстати. Следующая коллекция — это бальзамы для губ.
Потом мы перейдем с вами в Старли с коллекционером, когда тут закончим все. Такие вот тут губки. И нам тут с вами попадается вот такой вот бальзам для губ. Sprite Lips, губная помада Sprite. Под номером 4. Да вот сюда вот. Выбираем. Я как-то неровно приклеила, надо переклеить. Тут, кстати, нет скотча, но все равно. Бумага не повредилась. У нас тут с вами уже есть 3 бальзамчика для губ. Тут коллекция для Нелли Гомес, для канала Бумажный мир. Вы можете посмотреть на моем канале распаковочки. И сейчас коллекция Моланг. Эти пакетики в старом листе коллекционера. Давайте откроем с вами вот так вот. И мне попадается вот такой вот Моланг с кактусом, который держит кактус. Сейчас давайте мы с вами посмотрим, под каким номером. Вот. Хотя тут нет номера, тут просто по силуэту. Думаю, то, что вот сюда вот надо приклеить. Сюда больше всего подходит по силуэту. Давно у нас с вами не было, где мы с вами должны приклеивать по силуэту. У меня тут как-то неровно получилось приклеить. Но это сюрпризик. Также вот, еще тут 2 разворотика. И мы с вами переходим к старому листу коллекционера. Мы с вами закончили много коллекций. Вот она коллекция U-Box. Такой пакетик. Я думаю, то, что я вначале буду открывать сюрпризики старенькие, а потом уже новенькие. В новом листе коллекционера. И нам тут с вами попадается вот такая вот масочка с хрюшкой. Также подписана маска. Сейчас приклеим куда-нибудь. Давайте вот сюда вот. И еще там осталось, кажется, 2 пакетика. Это сюда и сюда сюрпризик. Как раз. А тут будет пусто. Но ничего. Кстати, еще была повторочка. Это масочка Oh My God. Последняя коллекция на сегодня. Это 3 маркера Challenge. Тоже с перфорацией. Вначале я выберу картинку. Давайте на этом разворотике я выберу вот такую вот мороженку. Что сейчас уже лето скоро. Завтра, кстати, поздравляю вас с окончанием учебного года. И желаю вам хорошо отдохнуть на этих каникулах, потому что закончится этот карантин. Можно будет куда-нибудь поехать на отдых. Такая вот мороженка и единорожка. Какие же маркеры мне попадутся? Тут получилась перфорация. И вот такие вот маркеры. Тут почему-то я написала мало, а на этих нет. Окей. Красный, желтый, зеленый. Мне кажется, как раз повезло. Хотя тут любые цвета, в принципе. Мороженка будет, я думаю, желтого цвета потом. И так далее. Я вам покажу, что у меня получится. Сейчас я разукрашу только. И такого мороженка у меня получилось. Я решила его сделать полосатеньким. Со вкусом яблока и лимончика. Думаю, вам понравилось мое видео, и вы обязательно его поддержите лайком, подпишитесь на мой канал и также порекомендуйте мои видео и мой канал своим друзьям в соцсетях. Еще у меня есть 2 канал, где я снимаю про слаймы, также про Бравл Старс, и я еще хочу скоро снять челлендж «Раскрась, слепи» или же «Нарисуй». Как вам такая идейка? Переходите по ссылочке в описании. Но сейчас там будут выходить видео со слаймиками. Где-то следующую всю почти неделю. Всем пока-пока. Я вас люблю. До новых встреч.